техникой. И вы мне скажете, где она. Что-то никак в толк не возьму. Вы это вообще о чем? Что за несговорчивость, Луис? Авторитетные люди ждут от меня результата. Что ж, знакомьтесь, мой друг, господин Узман. Так вот, Узман у нас мастер в извлечении информации с помощью редких психотропных препаратов. А это сыворотка правды? Сыворотки правды не существует. Понасмотрятся фильмов. Тогда что это, по-вашему? Особый коктейль, который он разрабатывал, еще работая в МИ-6. Делает человека податливым и крайне сговорчивым. Ну так сыворотка правды? Да нет, не обижайтесь, но по описанию она и есть. Точняк! Это не сыворотка правды! Ладно, эй, я тебе верю. Это не сыворотка правды! А если с виду утка и крякает, как утка? Сыворотка? Я аллергик, предупреждаю. Взвесьте последствия. Слушай, правда. Это не сыворотка правды. Колодца не тянет. Ну вот, соврал. Вроде тянет. Сыворотка правды! Ее не бывает. Так, все. Ближе к делу. Я упрощу тебе задачу, Луис. Хорошо. Где Скотт Лэнг? Это не так просто. Когда мы познакомились, он был в депрессии. А кроме этого, он был еще и в тюрьме. Жена подала на развод. Я такой: чувак, она тебя не дождалась из тюрьмы? А он такой: да, я думал, мы будем вместе до гроба, а теперь остался один. А я такой: да брось, пучком, братан, у тебя новый напарник, и знаешь кто? Я Луис. А он заметан, а я Скотти, считай, мы друзья. Так, секунду, секунду. Обожаю послушать хорошую байку, но вопрос был о местонахождении Скотта Лэнга. Так я к этому и веду. Он у нас вроде живого музыкального автомата. Бросишь монетку, и понеслось. О, у моей абуэлиты стоял такой в ресторане. Играл только Морриси. Когда кто-то возбухал, она такая: «О, но ты густо мос?» Для нас латиносов он просто мос. Тогда адьос. Эх, за душу нас брали его печальные баллады, короче. Лэнг. Да-да-да-да-да-да. Ну так вот, Скотти выходит, нанимается к Хэнку, знакомится с Хоуп. А Хоуп такая: «Я со шпаной не вожусь, зацени стрижку, я бизнес-леди». А Скотти такой: «Знаешь, детка, мое сердце разбито, и я не ищу любовь другую. Но вот тебя я поцелую!» Перемотаем вперед, у них уже типа роман, и вдруг Скотти такой: «Короче, между нами, лечу громить аэропорт с капитаном Америка». А она такая: «Как ты мог слинять? Ну и гуляй, болван!» В общем, Скотти под домашним арестом. Сам-то молчит, но в душе он такой: «Черт, думал, Хоуп не будет новым напарником. Походу, сам ложанность». А судьба-то их снова свела. И уже Хоуп такая в душе: «Как опять довериться, если он чуть что, все запарывает?» Ну, а я такой: «О, печеньки, малиновая начинка, красный цвет огня, пожар, горим, еще пара дней, мы банкроты!» Кто банкроты? Пару дней? Черт, раскололи! Я не хотел вас огорчать, надеялся, пронесет. Я хотел быть хорошим боссом, но не смог. Если с Карпетяном не срастется компания, хана. Ты паршивый босс! Ты труп, чувак! Мой косяк, мой косяк! Хорош. Спрашиваю в последний раз. Где Скотт Лэнг? Я же говорил, он в западне, но только в эмоциональном смысле. В эмоциональном смысле? Где сейчас Скотт Лэнг? В буквальном смысле! А, в лесу. В лесу? Да! Бабы-яга! В каком смысле в лесу? Так в Мьюерском. Второй съезд панорамной трассы. Ну, смотри. Бабы-яга, ночью привет. Мало где такое крадят. Проклятие! Если она получит разработки Пима, мне их не видать. Что будем делать? Чем гоняться за тенью, обчистим федералов. Привет, это я. Повышение хочешь? Даю наводку на Пима, Ван Дайн и Лэнга. Но действовать надо оперативно, они там ненадолго. Да, все до одного. Как возьмете, лаборатория...